Ничего не понимаю. Командор, я вижу всего лишь двух девушек. И с ними не могли справиться трое мужчин? Вы здесь ничего не видели. Вы также ничего не слышали. Вы вообще ничего не знаете. Вы меня поняли? Да, сэр. Уезжайте и доставьте обеих девушек генералу Мэтрину в штаб-квартиру. И никому об этом не рассказывайте. Уходите. Эй, Майк, ты только посмотри, что за имена записаны в этой тетради. Особенно интересны те, напротив которых стоит птичка. Да это же список жертв. Хью Динсмор, Элмски, Антон Фрид, мой племянник Ян. Но генерала Фаулера там нет. Могу поспорить, это только один из многих списков, которые...